4,5 миллиона тонн зерна намолочено в Беларуси. На юге Минской области аграрии уже завершают жатву. В хозяйствах Несвежского района убрана большая часть территории. Из года в год здесь показывают самую высокую урожайность зерновых в центральном регионе. В этом сезоне в среднем собирают 66 центнеров с гектара. В хозяйстве Городея показатели еще выше. Среди механизаторов и водителей здесь устраивают своеобразное соревнование. После двух недель продуктивной работы лучшие аграрии получают дипломы и подарки. Еще один пилетный завод запустили в Беларуси, на этот раз в Житковичах. Создано 16 новых рабочих мест. Экологически чистые топливные гранулы в основном пойдут на экспорт, и ежегодная мировая потребность в них превышает 40 миллионов тонн. И этот показатель постоянно увеличивается. В прошлом году президент поставил задачу по переработке всего древесного сырья внутри страны. Программа предусматривала создание 6 пилетных производств в разных регионах. В ближайшее время новое пилетное производство появится и в Мозыре. Передовые технологии в борьбе с онкологическими болезнями. Новейший томограф появился в Бресте. Мощное оборудование установили в областном онкодиспансере. Аппарат поможет определить точный диагноз и выявить рак на самых ранних стадиях. Лаборатория будет работать в две смены. В день можно обследовать до 50 человек. Всего на учете в регионе стоят 42 тысячи пациентов с онкологией. Стоимость эмиссионного томографа – 455 тысяч рублей. Оборудование будут использовать также для так называемых скринингов – профилактических осмотров населения.